Это келья Саввы Освященного, святого старца. Патриарх Иерусалимский, друзья, Феофил. Хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний. Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся силы Его. Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. Хвалите Его, небеса, небес и вода, я же превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко той речей выше, то повели создашася, постави я в век и в век века, повеление положи и ныне мой идет. Хвалите Господа от земли змиевей и вся бездны. Огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящая слово Его. Горы и все холмы, древа плодоносные, все кедри. Звери и все скоти, гади, птицы пернатые, цари земсти. И все люди, князи, и все судьи земсти. Юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне. Яко вознесется имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своим. Песнь всем преподобным Его, сыновам Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его церкви преподобным. Да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортане их и мечи обоюдоостры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Здорово! Как дела, дорогой? Эй, Алексей! Как дела, дорогой? Как дела, дорогой?
Это Вифлеем, университет. И мы идем к храму Рождества Христова. Центральная площадь Вифлеема, и мы подходим к храму Рождества Христова. Это, скорее всего, рабы христиане, потому что везде идут. В Вифлееме какой-то мусульманский праздник, наверное, молятся. Тишина, спокойствие, улицы свободные абсолютно. И мы заходим в храм Рождества Христова. Перепрети сюда, кстати, проще всего впереди. Если ты зайдешь здесь, vamos ver o que aconteceu neste lugar. Имя Отца и Сына и Святого Духа, имени Пресного века Никола. Помолиться. Пальцы вставите, молитву скажите. Любую молитву. Thank you.
Ахмат из мусульманской семьи, которая все предки прожили в старом городе, и их семья открывает храм гроба Господнего. То все на ней будет чужим. Сколько за счастье не воюя, останется голая жизнь. Чья-то чужая мечта впивается клешнями в спину, и ты, конечно, всех разочаруешь, посмев ее скинуть. Все эти люди не мои, мне просто не хватило злости, чтобы вовремя закрыть игру и выбросить джойстик. Теперь в чужой каюте, застрявший среди текстур, я в первый раз осознаю, что выбрал миссию не ту. Эта песня будет для кого-то, как детям страшилки. В ней я буду воспевать все промахи и ошибки. Расходиться можно и любя, расставаться смеясь, хлопать дверью для профилактики в год хотя бы раз. Разочароваться в своем городе, уехать в другой. Разочароваться в нем тоже, снова махнуть рукой. Разочароваться сотню раз и как можно быстрее. Разочароваться весело, раскрыв новую дверь. Разочарование порой круче тройного успеха. Порой лучше заплутать, чем сразу на вершину въехать. Лучше сто раз промазать, но отыскать свой причал, чем безошибочно и тихо так и не начать. Если рвется там, где тонко, то пусть порвется скорее. Пусть сгорают все детали, что должны по задумке сгореть. Если рядом предатель, то пусть предаст раньше. Пусть меня ранит обман сейчас, если рядом обманщик. Если рядом не та, то пусть она уйдет другому. Значит, будущему счастью нужен сегодняшний промах. Самая большая боль окажется смешной и детской, если видеть полностью сюжет, а не рвать из контекста. Бывает лучше опоздать на последний автобус. Бывает лучше, если в прошлое просрочен пропуск. Бывает лучше, когда нас на финише не ждут. Бывает, что победа — это вовремя сменить маршрут. Я отпускаю прошлое, пускай переболит. Меня ведет в истинный дом, неведомый мне алгоритм. Этот холодный космос все-таки заботлив и ласков. Ведь разочарование всегда равно подсказка. Разочарование — кристальная линза. Новое уже вершится. Так бывает, что для счастья нужно оступиться. У бедуинов на корточках можно в нарды перекинуть, чайку попить. Чай. По-арабски чай, по-русски шай. Ой, наоборот, по-русски чай, по-арабски шай. Шай. По-грузински чай тоже. Чай, хорошо. Он каждый раз, когда меня видит, я приехал, он и его дети кричат: русский хорошо, грузинский тоже хорошо, грузинский хорошо.